17 юным люберчанам вручили паспорта. Виновников торжества чествовали в Томилинской гимназии номер 18. Со значимым событием школьников поздравил глава округа Владимир Волков. Дорогие ребята, сегодня очень важный день в вашей жизни. Сегодня вы получаете главный документ гражданина Российской Федерации, свой паспорт. В первую очередь это ответственность. И ответственность, которая приходит с новым пониманием взрослой жизни. Многие двери для вас будут открыты, но никогда не нужно забывать о том, что вы фактически уже взрослые люди. Вместе с паспортом вручили экземпляр Конституции Российской Федерации и поздравительный адрес губернатора. Я давно мечтала получить паспорт, наверное, лет с 8-9. Сейчас мне уже исполнилось 14. И я очень рада, что я его получила не просто, а получила его из рук главы городского округа Люберца. Очень хорошая атмосфера и как-то все по-домашнему, без напряжения. В Люберцах традиция торжественно вручать паспорта зародилась больше 20 лет назад. Ее инициировало местное отделение Российского союза молодежи. За два десятилетия основной документ получили более 2000 школьников. Россия, в этом слове огонь и сила. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ.